Мур, привет, друг, это Зверько, и рубрика «Лучше поздно, чем никогда». Короче, лечили мне тут зубы 2 часа кряду и расхреначили нижнюю губу, а любое повреждение вызывает у меня стоматит. Это болячка по уровню боли примерно как раскаленный нож, прижатый к губе. И то, как я говорил, не стоило записывать. Сейчас заживает, и мы продолжаем. Обновление 1.5.36. Скоро конец сезона, и тут разрабы подготовили новшество, более детальную статистику и сравнение с друзьями в конце сезона. Блин, вот это удар под дых, когда в друзьях киберкотлеты до топа мира. На скринах аккаунт тестового, конечно. Есть на тестовом акция на жетоны, но судя по призовым, эта акция только для тестового сервера. Однако, если я ошибусь, это будет лучше для всех. Заявленные скины вышли, поэтому пропускаем их и переходим сразу к изменениям героев. Пакито. Обзор этого героя у меня на канале. Пассивка. Новый эффект. Увеличение скорости передвижения на 30% длительностью в 2 секунды после применения заряженного удара. Первый навык. Полностью изменили. Отсюда убрали ускорение и уменьшение входящего урона. Теперь это банальный удар, который накладывает небольшой щит на Пакито. Заряженный удар наносит больше урона и накладывает более крепкий щит. На мой взгляд, Пакито стал менее вариативным в применении, у него убрали Escape по сути. Щит вместо снижения урона такое себе. Реоркнутый Аргус. Обзор реорка я делал немного ранее. Пассивка. Изменили расчет исцеления от заряженного удара, расчет на экране. Теперь энергия будет набираться медленнее вне боя и быстрее, когда Аргус наносит или получает урон. Второй навык. Уменьшили бонус от физической атаки для кровотечения с 20% до 10%. Альфа. Второй навык. Добавили 10% к бонусу физической атаки для исцеления с 20% до 30%. Харли. Пассивка. Уменьшили срез магической защиты. Ранее снималось 4 МДФа. Стакалось до 10 раз, теперь будет срезать по 2 МДФа за урон и стакаться до 15 раз. Барц. Пассивка. Сделали то, что нужно было сделать сразу. Стаки теперь постепенно исчезают, а не скидываются разом по истечению времени. Белерик. Вернули ХП к базовым значениям. Пассивка. Уменьшили бонус к ХП от предметов с 50% до 40%. Бруно. Пассивки подняли экстра скорость с 50% до 80%. Рафаэль. Второй навык. Увеличили продолжительность ускорения с 1 секунды до 1,5 секунды. Линк. Второй навык. Увеличили затраты маны, которые ранее уменьшались с уровнем. Ланселот. Пассивка. Уменьшили бонус к урону после рывка, но оставили максимальный лимит в 30%. Изменения на поле боя. Ранее щит на башню после уничтожения предыдущей навешался до 8 минуты боя. Теперь время продлили до 9 минуты. Увеличили бонус к золоту за убийство отожранного врага на 33%. Уменьшили время респа монстров красного и синего бафов. Длительность бафов на героях уменьшили со 120 до 75 секунд. Также уменьшили вознаграждение за этих крипов. Это заставит чаще бегать к бафам. А на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось, и увидимся в следующем видео.